Территориальный избирком доставлены бюллетени для голосования. В сентябре в Муравленко пройдут дополнительные выборы депутата городской думы 6-го созыва по многомандатному избирательному округу номер 10. Бланки для голосования изготовлены в количестве 3025 штук. Избирательные бюллетени защищены тангерной сеткой. Также будет проставлена на них защита в виде двух подписей членов участковой избирательной комиссии и печати участковой избирательной комиссии номер 410. Завезены на участок будут часть бюллетеней для проведения голосования досрочного в помещении участковой избирательной комиссии. Остальные бюллетени будут переданы в УИК накануне дня голосования. Выборы в Муравленко состоятся 8 сентября. Участок будет работать в 4-й школе. На мандат в городской думе претендуют 3 человека. Они выдвинуты от политических партий. «Единую Россию» представляет Елена Климович, Сергей Зарипов, КПРФ, ЛДПР, Василий Заворотынский.